Увеличить свои вложения в 7 раз всего за одну неделю – это реально! С помощью новой услуги сайта спортивных прогнозов goldprognoz.ru «Большая семерка». Переходите на сайт, смотрите описание в соответствующем разделе и выигрывайте вместе с нами. Разыгрывает мяч Мансити. Хесуснава с мячом. Далее пас на Дебрюйне. Прострел. Опасный момент. Вот сейчас будет удар по воротам. И мяч рядом со штангой. Игроки прекрасно понимают, что нужно реабилитироваться после безобразия, которое произошло в матче чемпионата Англии. Активно начинает английская команда эту игру. Наносит первый удар. Ну как первый удар. Пирается к чужим воротам. Не очень быстрый темп сейчас этой атаки. Тем не менее, неплохой разыгрыш мяча. Манжукич не туда бьет. Хотел мяч сбросить на Дибалу. Посмотрим повтор этой ситуации. По ощущениям. Немножко пошутили по поводу арбитра. Не имел он права не поднимать флаг, потому что там был километровый офсайд. Но жаль, потому что Погба сыграл очень красиво. Но теперь в атаке Манчестер Сити. Подача Туре. Опасно! На газоне Туре. Да, и на что я бы здесь обратил внимание. Посмотрите, как играет команда, которая может купить любого игрока, по сути дела, да? Ну, и не позорвать. Контратаку или нет? Погба готовил этот финт, обыграл легко. Дальше идет. Еще одного проходит Поль Погба. Растет лучший футболист мира. Хотя Неймар, наверное, с этим спорит. Манджуки! Нет положения вне игры. Это что значит? Это значит, что Марио Манджукич снова забивает Манчестер Сити. Во втором матче подряд бразилец делает голевой пас. Ну и браво, Поль Погба, безусловно. Ты знаешь, я сколько лет уже смотрю футбол, более чем достаточно. Но вот таких элегантных, красивых футбольных ног я, пожалуй, не видел. Как он работает. У него бег совершенно, вот не человека бег. Антилопы. Настолько он легко, он летит буквально на нужно было бы направить мяч Мерхам. Там есть открывание Лихштайнера. Пас в его сторону. Скидка, удар, в лёд! И снова Марио Манджукич. Потрясающий сейф от Карта. Потрясающий. Не было офсайда в этом моменте. Блестяще сыграл и Лихштайнер. Ну и, конечно, удар. Удар как надо получился. Красивейший момент во всех отношениях. Тут все было хорошо. И пас. И теплой, и прекрасной солнечной стране. Туре, удар по воротам. Или подать Манчестер Сити. Я вот видел живьем, работал на матче на дерби манчестерском. И там был очень вид сложному мячу. Причем пробить сильно и прицельно. Но вот сейчас может быть опасно. И как раз Туре. Видите, что делает. Но это не его игра. То, что ему сказали. Он играет нападающего. Но это не его амплуа. Поперечная передача. Сейчас подача, Туре, удар и мяч рядом пролетает. Но сложно. Пока выделяется, конечно, у Ман-Сити Туре, но в который раз приходится сочувственно вздохнуть. Маркизио. Далее передача на Манджукича. И пошел Лихштайнер, получает мяч. Штефан Лихштайнер будет бить по воротам наверняка. И мяч не залетает в ворота. С наслови, да, игроки Ювентуса и провели вот ту самую контратаку, о которой мы только что говорили. Но слева на такой скорости все это справа разворачивается. Вот слева просто никто не успел поддержать эту атаку, чтобы у Лихштайнера была возможность просто покатить мяч влево мимо вратаря. И тогда бы его заносили в пустые ворота. Лихштайнер решил въехать с этим мячом. 6-го года. Дебрюйне подает. Неплохая подача. Опасный момент. Буффо! Еще! Вот сейчас был настоящий! Вы видели это? Как он спас, как он вытащил этот мяч, а? Просто фантастика. Смотрим еще раз и восхищаемся. Восхищаемся! И не позволил на добивании. Заметьте, какое уважение вратарю. Не полезли грубо на него. Видел, как аккуратненько Демикелис. Сейчас бы в другого, я думаю, двумя ногами бы врезались. В какого-то другого вратаря. Да, еще раз. Ждет передачу. Выход 1-1. После такого дриблинга, как после того, как ты обвел трех человек, и тебе 21 год, ты пас будешь отдавать? Мне уже не 21 год, поэтому, хотя я понимаю, конечно, опасный момент, и... Ой-ой-ой-ой-ой, как не забивает! Шаги обыграет! Справа, справа вот здесь, какой пас, но Харт!